Итак, ребята, всем привет! Вы на канале Буран Гараж 35. Это будет очередной бложик. Давно нас не было в эфире, но на это были свои обстоятельства. И так получилось, что последние бложики были про отправить вот этот CF и про стелс 500-ку. 500-ку я уже сделал, давно отправил. Так по ней информацию, ну, материальчик поснимал по ней, видосики, но так получилось, что все видосики пропали. То же самое по этой CF-ке. Ну, по CF-ке после того, как, грубо говоря, показывал, где изменил фазы впуска, то CF-очка нормально запустилась, то есть поставил новый стартер, и она все нормально заработала. Больше с ней, в принципе, ничего не делал. Снял только с нее лебедку. И сейчас ее пригнали, чтобы поставить новую лебедку. То есть старая лебедка лежит вон там. Я ее пока что не выкидываю. Может быть, с ней получится что-то придумать, сделать. А так, новая лебедка, Runva. Runva 3500. Это получается тяговое усилие у ее... Тяговое усилие у ее где-то в районе 2 тонн. Все новенькое, все красивенько. Только что, не знаю, еще не подключал, не разбирался, но, как понимаю, тут у нас два блока. То есть один блок, где-то был, да, вот этот блок, пульт. Это пульт ставится на руль, и вот такое крепление у ее, да. А вот этот блок у нас идет под пульт, который вот этот, дистанционный. И тоже такое же крепление. То есть получается, чтобы работало с пульта, надо будет подключать вот этот, перекручивать вот этот блок. Вроде как так. Но это пока еще неизвестно. Так как ставим лебедку, клиент купил еще отвал. Вот такой отвал. Получается, вот для него крепеж. Отвальчик поворотный, все как надо. Надо будет его тоже интегрировать на вездеход. И он купил еще кофр, ну, бушненький. Бушный кофр вот с такими фарами. Это фары БТРовские, БТР танк. Ну, больше они на БТРах. БТР, БРДМ, всякая такая хрень военная, короче. И фары вот так вот шатаются. То есть они, блядь, ну просто смешные крепления. Прямо кофры по пластмассе. Ну это бред. И кофр поставлен так, что если вот так сбоку посмотреть, то он дном даже не прилегает. Вот так он поставлен. Видите? Хотя крепежка у старого хозяина, прежде у владельца этого кофра, была вот здесь посередине. То есть он ставился на плоскость. Но так как фары не вошли из-за бампера, здесь еще бампер стоит, поэтому новый хозяин его прикрутил вот так вот. В принципе, ну это мы устраним, немножко переделаем бампера, отрежем, приварим новый профилек, закрепим настоящие фары, и будет четенько смотреться. Ну так, прикольно вид с этими фарами, такой уже с передним кофром, нормально. Это не до X8, то есть это X5 CF-ка, но морда у его именно вот этот блок фар с решеткой радиатора стоит от X8. А так все четенько, мопед работает. То есть я на нем только сделал, поставил стартер, поменял фазы, это вы видели в прошлом видео, и почистил, настроил карбюратор. То есть все четенько, мопед работает, и моторчик тихо работает. В принципе, тут по технической части ничего делать с ним не надо. Он все нормально, все Arbeit & Vira. Единственное, что надо, надо прокачать тормоза, потому что они плохие, толком не прокачаны. А еще в той серии, я показывал, что вот эта кнопка
да, например. То есть, ну вот, это у нас подключение передка. Подключился передок. Это полная блокировка, да? То есть здесь кнопка не фиксируется, но это я в той серии показывал, да? Но фишка в том, что когда ты включаешь передок, у тебя получается, ну, когда не включено ничего, у нас передок вообще, то есть с карданом не связан. Ты подключаешь передок, у тебя передние два колеса входят в зацепление, да, и получается свободный дифференциал. То есть одно, например, это колесо будет крутиться по часовой стрелке, это будет против часовой стрелки. То есть это свободный дифференциал. Включаем полную блокировку, должны оба колеса крутиться в одну сторону. А тут полная блокировка не включается. То есть подключается только передок, но полная блокировка не подключается. Сервопривод все работает, все жужжит, но скорее всего просто-напросто из переднего редуктора вынята шестеренка. То есть там нету шестерни, которая входит в зацепление. Или вилки нету, или шестеренки нету, которая входит в зацепление для полной блокировки дифференциала. Как-то так. Все. Сегодня у нас уже вечер. Поеду домой. Завтра мы запустим этот двигатель. Мотор поедет в Сямжу Николаю. И будем заниматься следующими моторами. Там у меня еще стоит два. Так, это забыл как, откуда, забыл откуда, но следующий на очереди получается, не этот, это второй на очереди будет мотор. А вот этот мотор, я вообще, сначала мне его привезли, я выезжал на трассу, привезли откуда-то со стороны Питера. Потерял ВКонтакте, кто написал, помню, что через контакт. Потерял этого, вообще адресата этого мотора не мог найти. Потом уже нашел вот эту коробку и вспомнил. Это мотор Резина Геннадия. Получается город Весьегонск. Я помню, что мотор привезли со стороны Питера, но никак бы не подумал, что с Весьегонска. Весьегонск у нас получается недалеко от Рыбинска, то есть это Тверская область. По сути дела, этот на мотор разобрать, на связать, с хозяином списаться, потому что и хозяин молчит, то есть мотор отправил и даже не этот самый, я все ждал, пока сообщение хотя бы какое-нибудь напишет, как там, что с моим мотором, но ничего, хозяин молчит, как будто отправил с концами его, поэтому надо все моторчики перебрать, все сделать, работы много, ничего не успеваю, как-то вот так, но... Завтра будем запускать вот этот агрегат. Думаю, работать будет нормально. Тут, конечно, картер уже в печальном состоянии. Такое, как бы, что можно сказать, под выброс. И коленвал был. Коленвал распрессовалась. Левая сторона вариатора. Я ее поджал, но толком биение убрать не смог. То есть биение большое на этом валу. Из-за этого выработал и картер. Когда коленвал распрессовался, на этом моторе еще ездили. То есть там было сумасшедшее биение. И середину картера просто там, я не знаю, миллиметра... Ну, то есть яму выбивало миллиметра по два. Как бы. Но уже, если бы даже мы взяли новый коленвал, в этот картер бессмысленно ложить новый коленвал. Потому что картер уже с выработкой, и он просто-напросто... при зажатии изогнет новый коленвал, как-то вот так. То есть тут, если договорились так, что пробую откататься, если сезон отъездит нормально, то на следующий сезон меняем картер и коленвал. Если же в середине сезона там что-то с ним случится, страшного ничего не будет. То есть тут может случиться то, что только коленвал распрессуется обратно, то есть уже натяг не такой сильный, и он распрессуется обратно. Если он все-таки распрессуется, беды никакой, ничего не случится, он просто-напросто коленвал как бы щеками зажмется в картере, когда нагреется. А когда остынет, будет снова запускаться. То есть это будет сразу все понятно. Развалится, ничего не развалится.
грубо говоря, если это будет случиться в сезон, то быстренько перетряхнем, поменяем в сезон. Как-то так. Все, парни, да, завтра. Ну что, парни, следующий день. Чахотка, вы уже слышите, работа. Пока что, как обычно, весь день что-то проделал, не успел ничего сделать. И запускаю уже вечером. Ну сейчас в 5 вечера уже у нас темнота на улице. Вот так вот. Ну как, по традиции, короче, запустим 3 разика. Сделан тумблер, чтобы выключать. Как и говорил, работа с... То есть на коленвалу есть биение, и биение у меня не получилось убрать, то на моторе есть вибрация. То есть парни, у кого, короче, так скажем, трясутся моторы сильно, это у вас из-за биения на коленвалу. Или же может быть еще такое... Может быть еще такое, когда вариатор дает биение, массы вариатора не сбалансированы, и вариатор будет давать дисбаланс. Пробуем. 3 разика, да? Запускаться нормальненько. Поработал он у меня уже минут 5, может 10. Ручной стартер. Оп. И третий раз. Так, пусть пока постоит, немножко поднагрелся, наверное, минут 5 работал, а, не, нисколько вообще не нагрелся, ну сейчас на улице прохладно, и минут 5 поработает, минут 10 постоит, и потом еще запустим разок. Парни, а на этом будет этот бложик, будем заканчивать, он получился коротенький. Ну, это чисто было, грубо говоря, отчет видео для клиента. Не, я не пью. Отчет на видео для клиента, грубо говоря. На этом, парни, все. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, оценивайте видео, делитесь с друзьями. Все, парни, всем удачи, всем пока. Катайтесь, не ломайтесь.